Хакасии готовятся к лыжне России. Массовые старты спортсменов и любителей по всей стране должны были пройти в эту субботу, 12 февраля, но забеги перенесли ровно на неделю. По оценке Минспорта, Хакасии 19 февраля в республике встанут на лыжи около 3000 человек. Центральные старты состоятся в Абакане, но также пройдут и в других муниципалитетах. Так, в Ширинском районе ведут активную подготовку. Любителей лыж в райцентре много, поэтому с предложением организовать свою трассу ранее активисты обратились в Министерство спорта и районную администрацию и поддержку получили. Протяженность дорожки вокруг озера Орлова почти километр. Еще осенью ее отсыпали песком, а с приходом холодов снег завозили из коммунара попутным транспортом. Сегодня здесь может заниматься любой желающий. На базе спортшколы организовали лыжную секцию. В итоге приходят на лыжню целыми семьями. Не помеха даже короткие зимние дни. Администрация нам пошла навстречу, помогли все организовать, и свет сегодня сделали. То есть мы катаемся и вечером, и в 7-8 часов. Много любителей спорта приходит. Плюс у нас на озере лыжня как готовим. То есть сегодня, конечно, много проблем еще, да, которых надо решить. Но для полноценного и качественного сегодня катания у нас, в общем, все готово.